попе такой. Батуша, все, ну спал со мной. Боже. Доброе утро. А кто это тут у меня на плечике сидит? Привет. Привет. Доброе утро. Я сделала прошить вот такую вот мисочку. Не знаю, что там случилось с миской, которая была сверху, потому что тетя Оля закрыла здесь. Тетя Оля ставит ее вниз, что типа не очень хорошо, потому что если он в нее случайно капнет, это будет плохо. Хорошо? Хорошо. Кто ты хочешь на меня залезть? Ты ж тяжелый, ты ж... Не надо меня. Слушай, капец, ты так легко к нему зашла? Не боюсь, он какой-то добрый. Он добрый, но вчера на меня шипел. Я уже приехала к тому дому, где мы с Настей жили все свое детство, ну, всей семьей нашей. Иду во двор. Через 20 минут приедут уже дядя Паша, приедет тетя Оля со своим братом. И будут помогать переносить вещи. Вот он. Это та старенькая клумба. До сих пор здесь стоит, правда, уже не... Вот такая она. Мак, такой красивый. Вот это наш двор. Туда я всегда в детстве мечтала залезть. Хочу еще сходить в тот двор, в котором мы гуляли все детство. Вот это тот двор, в котором мы провели все наше детство лет с 5 до 13, наверное. Сейчас высадили эту красивую клумбу. Ну вот это была, а вот этого не было вдоль забора. Сейчас сама впервые зайду в ту квартиру, которую родители снимают. Я там никогда не была. Я даже, честно, не знаю, сколько там стоит вещей и какие именно. Вот, как бы понять, какая из она. Ну, я так по окнам догадываюсь, какая из них она. Но как-то... Ну да, я вижу окна ее. Но какая она именно, через какой подъезд. Вот тут, наверное. Я пришла. Я не ошибаюсь. Нужно вот этот. Вот так. Это я не понимаю. Ладно. Здесь ковер какой-то стоит. Значит, стульчик. Почему? Так. Такая здесь кухня. Да, такая еще старенькая квартирка. И окна. Ой, я испугалась. Сюда голуби, что ли, залетали? Я не поняла, откуда здесь перо. Я надеюсь, я сейчас не найду какого-нибудь голубя. Так, где ж тут вещи родителей? Вот ванная. Ну, я на видео смотрела все так же. А, вот их вещи. Вижу. Ух, тут еще и кровати, и какие-то полочки. Ё-моё. Еще бы как-то разделить, где чье именно. А это что? Там всякие мешки вещи поскладывали. Понятно. О, балкончик есть. Пустой. Так. Все. Она, кстати, достаточно большая, эта квартира. Ковер, наверное, тоже наш, скорее всего. Ну, так, насколько я помню.
Да-да, это наш. Вот. Полочки, не знаю, не помню. Похоже на наши. И стол тоже, не знаю. Ну, кровать, плед, точно все наши. Полочки эти тоже точно наши. У меня в Черкасах, кстати, так точно такая же. Я даже не знаю, может, ее отсюда я ее брала. Может, их было три. А у меня на них книги стояли. Я сейчас напишу маме, я спрошу, что именно из этого наше, потому что по поводу некоторых вещей я сомневаюсь. Вот здесь лежит какая-то запакованная картина. Вот она. Я не знаю, наше это или не наше. Ну, мешки точно наши, вот. Поэтому, может, я даже уже начну переносить. Почему нет? Если они не тяжелые. А, они не тяжелые. Я начну пока. У меня есть 15 минут. Я возьму вот этот мешок и пойду на нашу квартиру. Тоже посмотрю, пока я приехала чуть раньше. Вот, посмотрю и буду ждать уже на улице всех. Я думаю, мы вещи будем складывать сюда. Чайник стоит. Ну-ка. Здесь ремонт. Ой, кухня такая маленькая. Вот. Да, все здесь так. Да, здесь совсем все. Коридор. Ванная. Ой, а ванная, кстати, неплохо сделана. Тут свет как-то. С фонариком поснимаю. Ванна хорошо, уже почти закончили ее. Так. Опа. А, я думала, здесь кровать стоит. Нет, здесь ничего нет. Вот так, обои, наверное, клеили. Новые. Батареи поменяли. Да, она все такая же. Это шкаф бабушка себе выбирала, помню, давно еще. Пустой тоже. Ничего тут нет. Да, все пустое, все забрала. Я думала, она оставила тут вещи. Мама спрашивает, как у вас дела? Ничего ли вам не нужно? Продукты там, может? Ну, скажем, она далеко. Так я вам принесу, если вам что-то нужно. Она мне передаст, да. Я вам куплю все. Ну, а что вы можете принести? А, ну, что вам нужно? Что, все, что нужно, могу принести. Мясо я только курятину ем. Угу. А что вы, какие-нибудь... Ну, ножки куриного мяса. Угу. Ножки с ляжками. Угу. Сахару пару килограмм. Угу. Вообще надо 3 кило. Угу. Бог троицу любит. Хорошо. Если можешь, перловой крупы. Угу. Хорошо. Хорошо? Да. Я голубей кормлю. Хорошо. Понимаешь, вони в окно стукають до мене. Розрив серця можна получить. Дам. Денег нема, оцей купив. Угу. Сережа, я дала последнюю пенсию. Угу. Я куплю. Наверное, таких, как я, нема. Что за последние деньги купила. Ну да, купила, да, очень добро. А сама... Спасибо вам за голодна. Это. Да. Ну, я тогда вам куплю еще на свое усмотрение что-нибудь, да? Там. Ну, дивись, что ты можешь там купить? Хорошо, вы кушаете может, фрукты, бананы. Есть, продается сыр коровье. А, коровка такой, плавленый сырок, да? Ну, в этих пакетиках. Ага, хорошо. Хорошо? Да. Хорошо. И все. Все нормально у вас? Да, нормально, но у тебя есть такая погода. Голова разболелась. Может, вам какие-нибудь таблетки? Завтра будет дождь или ночи, да. Побачишь. Таблетки не нужны никакие? Таблетки? Лекарства, да.
Цитрамон. Цитрамон? Хорошо. Угу. Вот голова болить нема. Угу. Хорошо. А вы вот это яблочки, там бананы кушаете, фрукты? Да, да, да. Яблоко, хорошо. Бананы, угу. Я ем. Хорошо, я тогда вам принесу. Ну, то, что можешь. Хорошо, я приеду тогда, чтоб может не быть, убыток да, тебе. Завтра днем, хорошо? Вы будете дома? А у тебя есть кому перловку, чтоб принес? Да, да, я, килограмм принесу, 5. Я принесу вам. Да, хорошо. Хорошо. Я, да, я Надю попрошу. Это не мне, это тем несчастным голубам. Хорошо, ты как бы ты плакала бы. Глаза человеческие делаются. Я дам им стаканчик. И вот ты ж купил, пришел за последние деньги, ты не поверишь. Да. Ну хорошо. Мне жалко их. Вы завтра дома будете? Я целый день дома, деточка. Ну тогда я приеду завтра. Там хорошо. Двери закрываются. Угу. Так ты до нижней стучи. Угу. Хорошо. Уже приехала тетя Оля, дядя Паша. Вот сейчас приедет еще дедушка и мой да. брат. Сам. Да, дедушка еще приедет, да. И брат тетя Оля, и будем носить это все. Будет. Так что у кого есть желание поносить, приходите. Как у вас дела? Все хорошо? Да. Лучше всех. Мы с дядей как-то по мешочку, у тетя Оля как и дочку, да. А дядя Паша и брат тетя Оля сразу по два мешка. Нам что, книги или что? Я не думаю. Тяжелые? Биться ничего не будет? Не, не должно. Стекло. Кстати, похоже на книги. Так и вроде как книги какие-то. Да, похоже, надо будет посмотреть. Ася? Да. Там как там ремонта нету. Куда заносить? А здесь есть. Лучше сюда. Взять Паш туда. Вот. Да. Вот это уже тетёва надо. Это как-то снять. А может вы снять вот это? А Саш, тут снимешь? Сейчас я тоже заберу тебе два мешка, которые я принесла. Ну, я просто думаю, что это логично будет. Да? Да, потому что папа говорил, что если что, то обои поклеить, чтобы можно было, чтобы вещи потом не таскать. Хорошо. А, туда? Вот. Да. Да, там книги. Ну, тетя Оля, эти тяжелые, эти не видите. Тетя Оля. А это не сильно тяжелые. Да. Может, пока здесь, а потом мы их поставим. Ну, да. На полке. Да, пусть пока тут стоят. Тихо, который я шила. Да. Саш, иди сюда, Стас. Саш. В общем, я уже... А ну уж все, в пыли будете дышать. А дядя Паша самый продуманный, он взял... Дядя Паша самый продуманный, он взял во что переодеться. Никто самый больше... хитрый. Да. И не хитрый, самый продуманный, да. Вот, короче, здесь не наш только диван, и вот это то, что под ним все остальное. Диван не, а вот это? Не, это наш тоже стул. Вот это, да, тут тумбочки, а в той комнате, да. Смотрю, какая тумбочка, ковер. В той комнате, да, вот это тумбочка и ковер там, и все, вот это, вот и тумбочка, ваши и все тоже, да, полки тоже наши. Я думаю, знаете, вот эти полки, одну вы возьмете, а вторую я с дедушкой. Я такие у себя переносила, они будут не тяжелые. О, ту возьму, я могу сейчас взять. Типа протирать будем решать. А, вы прям сами? Я думала, мы по два типа. А, по двое? Да, мне кажется, они... Ну, посмотрим. Ну, вот эту точно вдвоем с кем-то. Потому что вся пыль полетит в лицо. Может, открыть окно? Паш, ну так не хочется или ничего? А, нет, я переоделся, я. А ты что? Вроде нормально. Да, конечно, я не подумала об этом, совсем тяжелое. Не, я такое не донесу. Я вас без 15 приеду, да, и все, кто в вот это я возьму. Вот это Паша несет. Тумбочку сейчас догоню. Она же тяжелая такая. Я попробовала эту вторую. А ты что, взяла же тоже? Я костяточку взяла, она не тяжелая. Ты что, точку снимай? А? Заднюю мою точку снимаешь? Нет, я потом это вырежу. Смотри, не забудь. О, вторые полочки несут уже. Как вы их берете сами? Я думала, по два будем. Это тяжело. Может, все-таки купить воды? Не, я уже пиво сегодня выпил, мне хорошо. Ну ладно. Хорошо. Мне вчера гости приезжали. Да. Посидели, сидели. Так. Куда ставим? Куда-то ставим, да?
Да я же говорю, я бы эти сама взяла. Ты долго ходишь. Я долго хожу? Долго ходишь. Как это? Дедушка приехал. Можете передать маме привет, она посмотрит. Да я с ней разговариваю. Да. Тетя, дедушка пришел. Работает больше. Да. Сейчас мы с вами взяли, лишь тяжелое, это тебе. Точно? Оно тяжелее, чем толстое даже. Все, уже так много унесли. Я не понимаю, что вот это такое. Вот книги точно наши, я посмотрела картину, не узнаю. Книги 100% наши. И вот эта тумбочка, тоже не помню ее совсем. Катя, скажи, насколько приехала? Ну, я очень надеюсь, что хотя бы на недельку. Вообще, я бы осталась уже. Сколько? Ну, думаю, на недельку точно. Неделю будешь? Думаю, да. О, хорошо. Вы мне завтра много надо. А я потом приеду там время. Ладно. Завтра я прошу. К вечеру приеду. А я завтра вечером буду не дома. Дома? Ты на работу работаешь? Да. Хорошо. Давайте созвонимся, ладно? Ну не устали, чуть-чуть. О, да, это идеально. Они не тяжелые? Нет. Сейчас мы возьмем по две тумбочки в руки. Я возьму тебе побольше. А мужчина шкаф возьмет. Уже пусто. Не устали, чуть-чуть? Тетя приносит, то, что ей носить вообще не надо. Я знаю, если я пронесу, будет мне хорошо. Я за собой слежу. Ну, смотрите, не переусиливайте. Не. Хорошо. Мне наоборот, сейчас такая зарядочка. Да. Очень тяжелую я не ношу. Да? Ну, хорошо. Не, я чувствую. Я вот эти две тогда беру сейчас. А я вот эти две мамы. Хорошо. Уже почти пустая комната. А вот это тоже что-то не надо? По-моему, ну, эти книги точно наши внутри. Я думаю, если книги наши, то это все тоже. Это точно наши тоже. И это тоже. Только диван и вот эти подушки от дивана. Не наши. Ну, еще в той комнате, но то уже, да. В той комнате там что-то. Да. Давайте я возьму. Вот там еще один. Нет, не здесь. Займите. О, все, выходи. Это мое творение. Самое дешевое задание. Сейчас. Память появилась? А? Память да. Память появилась? Я почистила. Телеграм. Что еще осталось? Картины? Это ваше? Вот это и ковер осталось, все. А ой, сейчас я вот этим, а вот это, а тут внутри. Это, я почти уверена, что это не наше. Там пусто. Осторожно. Уже его не надо нести. Нет, тетя, это не наше, это не наше. Вы не надо. Саша, сделай что-нибудь. Давайте посмотрим. Все, это. Так, подожди, дайте я выберу. Короче, тумбочка и ковер. Тумбочка и ковер, да, осталось. Ого. Он по высоте. Нормально, для меня как раз. Все запылилось. Ой, такой слой пыли, это вообще. Да, сейчас аллергия. Я вообще очень удивлена, что у меня аллергии может... нет. Сейчас еще. Это еще не время, Таша. Что-то не подумала. Сейчас я. Фотка. Покажите. Ой, не знаю, не узнаю. Может, прабабушка? Что-то маленькая. Похожее есть, кстати. Еще тут фотку молодого все, да? Человека нашла. Да? Там на подоконнике лежит. Сейчас посмотрю.
Понятно. Ой, это здесь жили до нас люди, они так на гости приходили. Туда положи. Да, это не наши. А вот это, наверное, да, это скорее всего наши. Давайте я маме справлю. Да. Ковер, ой, похож на наш, да. Ну, я не думаю, что они встелили. А ну я сейчас, у меня есть учёт видео, когда они только ее сняли, я посмотрю, был ли здесь ковер. А, все уже вынесли, вот пустая квартира. Ну пустая то, что здесь было, осталось. Вот мама мне все сказала, что наше, что нет. Ладно, все, я ухожу. Правда, у меня единственное, не очень хорошо получается ее закрыть. Я смотрю, вот она, допустим, закрывается. Ага, все. Сейчас попробую. Ой. Все, у меня получилось. Иду вниз уже. Все. Так, я забежала еще на квартиру. Я хочу книги посмотреть. Я попросила их сюда отнести. Поэтому сейчас чуть посмотрю и пойду дальше. Поеду. Смотрите, тут я уже тебя потеряла. Я уже тебя не видела вчера. Да. Привет. Я так куда? Гулять ходила, что ли, да? Я уже домой еду, уже все закончила.